Второй день каталки, третий день в Андорре. Наш менеджер оказался, ну не то чтобы пиздоболок, но он не рассказал, что оказывается можно беспрепятственно сесть на бесплатный скибас до этого. Короче, здесь помимо Гранд Валиры, на которой дохерища туристов, есть еще два места. Этот самый Ардино, Аркалис и Паль, куда вот я сегодня приехал на бесплатном скибасе от отеля. Этот Питер не сказал, что такое возможно. Так вот. Тут наш близок и далек. Я пошел правильно, но в итоге не в ту сторону. Второй этаж. Ну же, давай, поехали. Короче, как я уже сказал, это горнолыжный курорт Паля. Он соединил еще с каким-то соседским. Но это, в общем, Ля Массана. Что приятно, особенно с учетом того, что кроме Энкампа мало чего еще есть. Значит, по коридору и на третий этаж. Все, теперь я точно не ошибусь. Так вот ты какой Паль Арсенал. Что довольно-таки мило. Полосы препятствий, местные кресенки, елочки, все как я люблю. Посмотрим, что будет дальше. Когда уже очень долго. Паль Арсенал, Пал. Анри Саль, Пал, Хуй, Тос, Саль, главное, что Паль. Ну, неплохо, неплохо. То, что я сейчас проехал, похоже на какой-нибудь Тритон, B-52. Так, пологенько, приятненько, с меечкой, полиском. Под солнышко, под бит сердца. Первый раз кажется, что ты сможешь отказаться, потом уже нет. Чувак, нет. Останови себя. Красава. Правильно, нам без дыма. Без зазрения совести могу сказать, что это очень похож уже на Болгарию. Когда ты залазишь на Тодорку, Сечечню, и поначалу очень приятно такие маленькие лица. Если снежка насыпет, то классно. Но сейчас здесь, к сожалению, снега и не пахнет.
для тех, кто не набрал скорость, в принципе, оттуда. Такая вот классная штучка. Лучше, чем гребаный бубен. Ну что, старушка моя? С новыми креплениями. Побит, но не сломлен. Ну, надеюсь, не в последний раз. Какой же обзор горнолыжки без освещения темы с травмпунктами. Я никого, конечно, не призываю, но если вдруг